Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. В день выкладываю по несколько видео, и эти видео абсолютно разной тематики. Поверьте, вы всегда будете в курсе всех новостей, будете видеть свежие обзоры. Короче говоря, будете иметь абсолютно полный доступ ко всей информации, которая вас интересует в отношении нашей игры. Поэтому подписывайтесь на канал. Сегодня у нас 30 марта. Прямая трансляция началась с прилета подарка от Варбиста. Спасибо большое, Варбистик, за твою поддержку. А еще спасибо большое, что являешься спонсором канала. И, кстати, да, друзья мои, спасибо большое всем спонсорам, кто на данный момент спонсорку оформил. Это очень большой вклад в развитие моего начинания и в поддержке меня на пути к моей мечте, а точнее к реализации оной. Ну что, открываем подарочек от Варбиста, смотрим, что там внутри. Но мега-контейнер. Слушай, ну ты прям шлешь мне эти мега-контейнеры один за другим. И, блин, ну я не фартовый на контейнеры, мне так всегда обидно, когда из контейнера ничего не выпадает годного. Но, мало ли, может сейчас повезет, ребят, сейчас откроем, если откроется, мое хранилище, которое безумно просто притормаживает. Ну и, соответственно, откроем, посмотрим, что внутри контейнера находится. В любом случае, я безумно благодарен за любые подарочки и, в частности, за сниппеты, потому что очень хочу себе фюндрика в сотку выкачать. Хотя я понимаю, что это, в принципе, нереально с тем, сколько там снипов еще собрать надо. Ну что, открываем, и сейчас какая-нибудь коллекционная десятка, давай! 250 голды и мистический контейнер. Вот так вот, ребята. Сейчас буду щекотать себе нервы еще раз. Ну, давай мистический сертификат. Ну, удиви нас всех. Игра, не подкачай. Ну, можно сказать, что подкачала, но, слава богу, не настолько сильно, как могла. 500 золота. Того суммарно 750 голды уходят в общую копилку мою по голде. Ну и, соответственно, пополняют мои возможности на прокруты рулетки и открытие всякого рода контейнеров в моих видео, которые я снимаю специально для вас. Я побежал дальше на прямую трансляцию. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Итак, друзья, прямая трансляция продолжается, уже 12 часов ночи, и вот Алекс ту Алекс прислал подарочек для того, чтобы меня немножко взбодрить, разбудить, не знаю, расценивать можно как угодно, но в любом случае безумно приятно. Открываем подарочек, смотрим, что здесь внутри. 250 голды и 195 сниппетов. Спасибо большое за пополнение золотой копилки, ну и отдельное спасибо за сниппеты, так как я собираю себе на 100% фюнрика. Огромная благодарочка всем тем, кто канал поддерживает. Я побежал дальше играть во взводе на прямой трансляции, а вы, если хотите на прямых трансляциях присутствовать, просто их не пропускайте. Как это сделать? Подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и буквально в первых 10 минутах моего стрима прилетел подарочек уже от всем известного Варбиста. Варбистик, спасибо тебе большое, обнимаю, жму руку, спасибо за всю ту помощь и поддержку, которую ты оказываешь. Ну что, ребят, давайте открываем, смотрим, что у нас внутри, и здесь у нас... Слава тебе, Господи, нет контейнеров. Все просто и понятно. Великолепно. Сниппеты более 1500, 750 голды, 25 бустеров на голду. Даже если буду прям совсем ужасно играть, то в любом случае своих 300 голды отсюда получу. И плюс еще разные бустерочки. И X5 в количестве 10 штучек. Круто. Спасибо тебе большое. Безумно приятно. Просто имба. Серьезно. Так, отвлекся. А, да, я пошел, короче, дальше с ребятами на прямой трансляции играть. Ну, а вы, друзья мои, если хотите не пропускать прямые трансляции и видео с моего канала, то подписывайтесь на него, ставьте лайки и обязательно жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. Сегодня у нас, ребят, прямая трансляция идет, и на этой прямой трансляции один из постоянных зрителей, Варбист, которому огромное спасибо, прислал подарочек. За что ему отдельная благодарочка. Почему отдельная? Потому что он является одним из спонсоров канала. Кстати, ребята-спонсоры, спасибо большое за то, что вы есть и поддерживаете канал финансово своими вкладами. Открываем подарочек, ну и обязательно что-то классное там лежит. Открываем, там у нас, ребят, что находится? 2500 голды и 1170 сниппетов. Круть, круть несусветная.
просто обалденно. 2500 пойдут на какую-нибудь рулетку или на контейнеры. В общем, на создание контента. Ну а что касается сниппетов, то здесь я безумно благодарен, потому что сейчас уже последний третий месяц третьего сезона противостояния. И здесь мне для того, чтобы закрыть полностью весь сезон и забрать Фюнрика в максимальной комплектации, осталось всего ничего. Прям вот совсем голема, неполные 16 тысяч сниппетов. Очень сильно надеюсь, что у меня это получится. Варбистик, спасибо тебе большое за твой вклад. Я побежал дальше, ребят, на стриме кататься с ребятами во взводе. А вы, если хотите не пропускать прямые трансляции, подписывайтесь на канал и обязательно прожимайте колокольчик. Спасибо большое, Варбистик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, у меня началась прямая трансляция, сегодня у нас 5 апреля, и сразу в начале прямой трансляции, уже в принципе как обычно, от постоянного зрителя и спонсора канала, кстати, спонсоры, спасибо вам большое за то, что вы есть, прилетел подарочек, ну что, распаковываем, смотрим, что там внутри, а здесь у нас... Ух ты, ничего себе! Ни черта себе, 2 косаря золота, 5 разных контейнеров, 1560 сниппетов. Почему 5? 6 разных контейнеров. Варбист, ты зверюга. Ты зверюга. Мама моя дорогая. Так, спасибо большое. Ну, во-первых, за сниппеты я пойду от самого малого. За сниппеты, потому что здесь у меня, в принципе, пока все складывается неплохо. Продвигаемся вперед и, возможно, Фюнрика я открою на полную. Это первая круть, которая есть в подарке. Понятное дело, что голда, которая действительно очень нужна для того, чтобы снимать все новый и новый контент по всякого рода рулеткам, контейнерам и так далее. Ну и, ребят, сейчас будем открывать с вами контейнеры. У меня сейчас раздуплится мое хранилище, которое, как обычно, приказало долго жить при попытке в него зайти. Варбист, я тебя обнимаю, спасибо тебе большое, жму тебе руку. Приятного тебе просмотра прямой трансляции. Надеюсь, ты получаешь на прямых трансляциях удовлетворение от времяпрепровождения, от общения с теми ребятами, которые есть в чате. Раздуплилось мое хранилище. Ну что, с чего начинать будем? Значит, у нас есть мега-контейнер, черный, мистик, есть контейнер «Плохая компания», есть бомбический и есть контейнер-сюрприз. Да, слушайте, даже не знаю, за что хвататься. Давайте начнем с голды. Сейчас посмотрим, что выпадет из черного ящика. 100 голды. Ну, пожалели. Пожалели разработчики. Не дали здесь ничего хорошего. Ну, ладно, не буду на разработчиков гнать. Пожалела игра. Давайте так это будем называть. Дальше. Дальше у нас на очереди... Ну, давайте, наверное, тогда уж «Плохую компанию». Чё у нас здесь по «Плохой компании»? «Плохая компания» оказалась хорошей. Ничего не дала, к сожалению. Но есть, ребят, и позитив в открытии контейнера «Плохой компании», потому что у меня теперь уже 9, а не 8 частей для того, чтобы получить себе компенсацию в виде голдишки. Так, открываем бомбический. Пальцы крестиком и... Ну, давай, зараза! Вот так вот. Контейнер «Собери их все». Ладно, давайте. А из контейнера собери их все. Я собираю, скорее всего, всю свободку, которая есть в игре. Нет, не всю. Всего лишь 10 сертификатов на 200. Ну ладно. Тоже неплохо нервы пощекотало. Что дальше? Я думаю, что надо открыть мистик. Я чувствую, что сегодня мой вечер. Сегодня что-то должно быть из этих контейнеров. Что-то, но не в мистических. Не в мистических, хотя 7 дней према, накануне ивента на слив ресурсов, очень даже нормально. Лишним не будет. 2250 бриллиантов будет стоить 30 дней према, поэтому 7 дней према как бы тоже неплохо в копилку. Ну давайте, давайте мега-контейнер. Мега-контейнер, что приносит? Ну давай, родимая, ну дай хоть что-то. 1350. А, 1300. 1300 голды, но это вот благодаря тому, что собрал как раз себе талисманы на голду. Ну, слушайте, тоже неплохо. Косарь 300 падает в копилочку.
Так, ну и последний. Последний контейнер у нас контейнер-сюрприз. Может содержать один из контейнеров. Я считаю, что это самый абсурдный контейнер, какой только может быть. Потому что вам в мешке должен попасться мешок, в котором, может быть, есть код. Контейнер ВК-9001. Ну, понятное дело, что ВК-9001 у меня есть. Считаю, это самой классной машиной на 10 уровне среди коллекционок. Открываем. Ну, давай мне машину и компенсацию. Давай! 1000 золотом. Ну, слушайте, классно, да, да, соглашусь, это не тачка с компенсацией, но все равно очень круто. Ну, прям совсем круть несусветная. Получается, по моим подсчетам, грубо говоря, там 4500 только что попало в мою золотую копилку, которую я потрачу на создание видосов. Барбистик, спасибо тебе огромное. Слушай, прямо сейчас адреналином зарядил с самого начала, так вот, как током прошибло. Спасибо тебе, дружище, огромное. Друзья мои, приходите на прямые трансляции, общаемся, играем абсолютно бесплатно, проводим весело время. Для того, чтобы не пропускать начало прямых трансляций, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Я побежал к Колбаскину говорить, чтобы он не забрасывал меня предложениями поиграть во взводе. Ну а вы, друзья мои, главное, чтобы были фартовыми и вам из контейнеров все выпадало. А еще мира вам и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Итак, друзья, прямая трансляция продолжается, и еще один спонсор канала, постоянный зритель Варвар прислал подарочек. Открываем подарок, смотрим, что там внутри, ну а я, что бы там ни лежало, уже заранее безумно рад за внимание, которое было проявлено данным зрителям. Спасибо большое за то, что вы канал поддерживаете. Ну что, открываем, смотрим, что там. Еще один такой же наборчик, еще один такой же набор. Блин, спасибо большое. Ребят, представляете, если сейчас из этих контейнеров дропнется больше, чем падало с предыдущего набора. Вот это будет действительно круто. Я очень сильно надеюсь, что все-таки сейчас выпадет что-то поистине годное. Если вам не сложно, скрестите за меня пальчики, пожалуйста. В первую очередь те, кто смотрит это в прямом эфире. Ну что, ребят, давайте будем открывать. Только я хочу поменять схему открытия контейнеров. Пойду наоборот. Пойду задом наперед и начнем с контейнеров сюрприз, а закончим голдой. Мало ли, может это что-то изменит. Контейнер Химера. Ну, Химера, понятное дело, есть. Ладно, открываем. И здесь у нас... Ну, дай Химеру, а? 750 голды. Да ну, блин. Ну, как так? Ну, еб... Что ж такое-то? Как оно так получается? Почему я? Почему я и почему именно сегодня? Ладно. Так, значит, так. Поехали. Мега-контейнеры. Так, нет, бомбические мы открывали в прошлый раз предпоследним, и тогда с бомбы начинаем. Ни черта себе, блин. Я только не помню, компенсация, по-моему, серой же идет. 500 голды, ну слушайте. Ну, получается, из них иногда тачки все-таки падают. Все-таки выпадает машина, ребят. Жаль, конечно, не та, которая отсутствует в моем ангаре. Ну, блин. Окей, как есть, так есть. Ничего уже не поменяешь. Так, едем дальше. Дальше у нас был, по-моему, вот этот контейнер. Мегакон. Меня, конечно, старика память может подводить, но все-таки. 250 золотом. Забираем. Что у нас дальше? Дальше у нас должна быть, походу, вот эта вот штука. Открываем. Дай мистический. Ну, да, блин, в прошлый раз то же самое было. Ай, ну как так? Да ну так не должно быть, ну серьезно. Ну просто так быть не должно однозначно. 1500. Хорошо прилетело сейчас. И 28 тысяч свободного опыта сертификат. Нормально. Нормально, здесь еще так, в пределах разумного, в пределах идиотизма. Открываем. 200 голды, ну лучше, чем в прошлый раз, конечно, там сотня была, но все равно, конечно, черные что-то как-то не фонтаново в последний день. Почему в последний день? Че это я так? Это в последнее время выбивают голды тебе
Ну, блин, спасибо большое. В любом случае, это было безумно приятно. Огромная благодарочка. Ребят, побежал играть. Меня уже ждут на прямой трансляции во взводе. Ну а вам мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Ребятки, прямая трансляция продолжается. И еще один постоянный зритель моих прямых трансляций. И еще один человек, который круто поддерживает канал его развитием. Томми03 прислал свой подарочек. Открываем, смотрим, что там внутри. Если там еще один такой же набор, я, наверное, мозгом тронусь. Так. Да блин! Слушайте, ну это прям совсем не то, что проверка моего фарта. Спасибо большое, очень круто. Очень круто. Суммарно я посчитал более 4500 сниппетов и только из самих подарков 6000 голды уже на этой прямой трансляции. Мега круто, а плюс еще контейнеры. Так, Томагавчик, подожди, пожалуйста, со взводом. Ребят, на прямых трансляциях, напоминаю, со всеми взводом играю абсолютно бесплатно. Приходите на прямые трансляции, вместе повеселимся. Попробуем понагибать рандом, если рандом не нагнет нас. Я даже не знаю, в какой последовательности открывать, просто буду открывать вот так вот на бум. И начнем мы с бомбических. Открываем бомбический контейнер. Что в нем? 10 тысяч свободки и 500 голды. Ну, слушайте, не самый худший вариант, прямо скажем. Могло быть гораздо хуже. Однозначно, гораздо хуже. Пол косаря золота на дороге не валяются. Действительно очень круто. Да и 10 тысяч свободки тоже довольно-таки немало. Так, голдовые. Че голдовые нам даст? Ну дай мне третьего уровня сразу контейнер. Динц? Нет, нет, сказала игра и дала всего лишь 200. Ну что-то как-то скудно из черных ящиков падает. Это действительно очень обидно. Так, что там дальше? Мистик. Не буду ничего просить, просто открою, понимая, что ничего не будет. 50 тысяч серебром. Да я на Леве вывожу по 80. Ёкарный ты бабай. Какая прелесть. Действительно, то, что хочется получить из мистического контейнера. 50 тысяч серы и сертификатики на свободочку. Дальше. Дальше у нас будет, ну, пускай мега-контейнер. Опаньки, опаньки, мистический контейнер еще один и 250 золота. Ну давай, родимый, не подкачай, давай, оправдай ожидания. Вот что он мне только что показал. Я не хотел это видеть, не хотел. Давай, раздупляйся быстрее, пожалуйста, нервоз и так зашкаливает. Плохая компания. Ну, 500 голды и 28 тысяч свободки. Ну, окей, хорошо. Лучше, чем опять-таки могло быть. Ну и на закуску я оставил контейнер, который, как я говорил, меня больше всего удивляет в этой игре. Но, кто здесь? Бизонте C45. Открываем. Открываем Бизонте. Что мы имеем? 1500 золота. С учетом того, что бизон у меня есть, в целом, довольно-таки неплохо. Спасибо большое, Томми, за подарочек. Безумно приятно. Ребят, всем лайкос. Поставьте, пожалуйста, под этим видео. Я имею в виду тех, кто отправляли подарки. Я побежал кататься на стриме. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Если что-то будет, обязательно вернусь. Всем пока-пока. Друзья мои, 6 апреля, начало прямой трансляции, буквально пару минут, как трансляция стартовала, ну и как обычно, Варбист начинает прямую трансляцию с того, что он присылает подарочек. Спасибо тебе большое за поддержку, ребята, распаковываем, смотрим, что там у нас внутри. И здесь у нас очень круто, 2500 голды и 1170 сниппетов, плюс целых 100 бустеров, пускай серого цвета разработчики положили, но их можно будет круто объединить, и есть иксы. Иксы не сильно использую, но я думаю, что в хозяйстве пригодятся. Спасибо тебе большое. Ну и в отношении того, куда мы забежали в отношении прокачки Фюнрика, то, как вы видите, продвигаемся потихоньку вперед, еще косарь с копейками упал, и здесь осталось... Так, секунду, не туда нажал.
Здесь у нас осталось, ребят, 7700 сниппетов, и Фюнрик в полном своем великолепии будет стоять у меня в ангаре и периодически из него выкатываться для того, чтобы покрасоваться в боях. Спасибо большое всем, кто поддерживает канал в его развитии. Я побежал дальше на прямую трансляцию, а вы, друзья мои, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия.